Привет, друзья! Сегодняшняя наша встреча снова пройдет в Алексеевском районе Москвы. Но начать ее мне хотелось бы здесь, на площади Тверская застава, которая раньше называлась площадь Белорусского вокзала, ну, соответственно, вот около Белорусского вокзала Москвы, потому что здесь сейчас сносится старое здание, вот, еще 19 века, и я бы хотел его просто показать, как бы на память, посмотреть. Это здание по адресу площадь Тверская застава, дом 3. Вот, оно находится как раз вот между Белорусским вокзалом и западным вестибюлем станции метро Белорусская. Вот тем вестибюлем, который, так сказать, ведет на кольцевую линию. Вот, то есть восточный вестибюль. Вот там находится, как раз встроен в здание Белорусского вокзала. Вот, это Замоскворецкая линия, а западный, это как раз вот этот. И вот, собственно, ну, здесь находится пункт милиции, полиции при Белорусском вокзале. Вот это вот здание, ну, вот как раз машины видны, да, полицейские. Ну, и вот как раз вот, собственно, между этим зданием, вот, и одно из новых зданий Белорусского вокзала здесь. Вот. Ну и вот между ними как раз вот это находится четырехэтажное здание. Причем два этажа его были построены в 1870-х годах. Ну а еще два этажа, они уже были надстроены в 1930-х годах, в советское время. Ну и тогда же здание было реконструировано в стиле, ну, так сказать, уже перестроено в стиле конструктивизма, как тогда было принято. Вот это здание под номером 3. Вот, и какое-то небольшое время назад, может, неделю назад где-то примерно, его стали вот сносить. Ну, здесь пока еще снос не виден. Вот, но на самом деле он уже, в общем-то, происходит. Вот. Ну, здесь изначально находилось техническое училище Московско-Брестской железной дороги, то есть еще императорское училище. Ну, очевидно, здесь готовили специалистов железнодорожного транспорта. Вот. Ну, потому что рядом здесь находится Белорусский вокзал, белорусское направление. Вот. Ну, а в советское время здесь находился проектный институт в этом здании. Ну и в том числе издательство «Недра» находились тоже. Вот. Такие вот основные научные организации. Ну, здесь пока еще сноса не видно, но с той стороны уже, со стороны вот как раз железной дороги, потому что за этим зданием находится железная дорога, там уже, в принципе, снос заметен. Наверное, будут его еще сносить какое-то время, может, и в течение месяца, но, наверное, уже в следующем месяце его, по идее, должны снести. Вот это у нас улица Грузинский вал, здесь за западным вестибюлем метро. Ну, попробуем здесь посмотреть, может быть, будет видно. Вот, ну, а уже в 90-е годы, естественно, тут была всякая аренда, разные офисы, магазины. Особенно на первом этаже там «Крошка-картошка», «Лига ставок», вот, бюро находилось, да. Ну, вот видите, проводятся работы здесь по демонтажу, видны, крашмаш проводит. Здесь, конечно, все довольно сильно изменилось. Ну, вот видите, вот это такое большое здание, довольно причудливой формы, в стиле конструктивизма. И вот видите, там уже идет снос, виден с той стороны. Все, так что скоро это здание снесут. Его не будет. Ну, видите как. Его, кстати, оно не числится на госохране. То есть, в принципе, оно... Его хотели поставить на госохрану. Ну, как памятник истории. По-моему, где-то еще в 2016 году, может, даже и раньше. Но как-то не удалось. Но, видно, собственник этого здания, он как бы решил... Ну, все, он там, видите, уже крыши нет. То есть, идет разборка наверху. Ну, собственник здания, видно, решил, что ему это не нужно, ему, так сказать, он хочет от него избавиться и построить на этом месте какой-нибудь новый
так сказать, здание более современное. Ну, скажем так, видите, капитализм вещь такая, да, то есть есть собственник, он решает, так сказать, судьбу, тем более на госохране этого здания нет. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю, понимаете, может быть, это здание было настолько изношено, что его уже даже нельзя было никак реконструировать, ничего с ним сделать, кроме как только снести. Поэтому, конечно, тут сложно сказать, но остается констатировать только одно, что еще одно здание старой Москвы мы теряем, и это факт, и оно уходит уже в прошлое, в историю. Вот. И что-то будет здесь уже современное, и в Москве становится все меньше таких интересных оригинальных зданий.